Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Потеряли, да, ребят? Потеряли? Да. К сожалению, я немного приболела, поэтому я потерялась. Плюс ко всему, конец месяца. Сегодня у нас 31 августа. И последняя неделя на работе, надо было добежать план, и, в общем, было вообще не до съемок, ни до каких. Но сегодня я не смогла не включиться, потому что у меня сегодня целых 3 посылки. 2 из них – это растения, а 3-я посылка – это препараты. Итак, ребят, давайте приступим, давайте откроем. Не знаю, с какой начала, потому что я уже поотрывала в них все опознавательные знаки, ну, с какой бы я ни начала, все они все равно открывать, даже. Так. Так. Так, смотрю внимательно, открываю, начинаю присматриваться, думаю, интересно. Так, это посылка с тилансиями. Если честно, это посылка с тилансиями. Но началось все вот с этого растения. Название сейчас я вам подпишу, потому что для меня оно новое. Купила я его для флорариума, для своего. Но сначала сейчас будет стоять он у меня просто в амхе, да, будет адаптироваться, а потом пересадим мы с вами во флорариум. Очень классное растение, скажу я вам так. Все названия я буду просто подписывать. Вот, она шла на срез. Вот, посмотрите. Видите, какие интересные листочки. Вот такая вот она, красавица. Я такое растение видела уже на канале у Белки. Белка, будешь меня смотреть? Привет тебе! Так, вот у меня пришло такое же растение. Так. Вот таким вот образом. Так, следующее. А это, похоже, подарок, потому что я это не заказывала. Спасибо вам огромное. Что за растение, не знаю, но что-то наподобие седума, да? Да, что-то наподобие седума. Ну, вот они. Вот они, мои красавцы. Пошли. Ой, аж дыхание останавливается. Какие они красивые, ребят. В этом магазине я первый раз заказываю. До этого тилансии приходили с другого магазина. Ой, могу, все. Я попросила, чтобы названия были, ну, по возможности, чтобы написали название на тилансиях. Ой, вот. Бульбоза. Ну, это понятно, что это гибрид, потому что сама по себе тилансия, она не может, да, быть вот так вот, раз, два. Ну, вот. Знаете, какая она классная. Нет, она шикарная. Я когда смотрела в этом, у этого магазина есть канал на YouTube. И когда пришла у них, получается, поставка вот этих тилансий, я помню, я тогда сидела взахлёб смотрела. И когда вот так вот в руках держали, думаю, неужели она такая огромная? Да, она действительно такая огромная. Представляете, вот так вот она на ладошке смотрится. Вообще, просто мой, боже мой, боже мой, боже мой. Так, следующая, тоже не маленькая девочка. Давайте посмотрим. А, так, вот такое у нее название. Тоже вот такая вот не маленькая девчонка. Невероятной красоты. Посмотрите. Вот такой длины.
понимаете, да, теперь чего я тут с подставками бегала, потому что всю вот эту красоту нужно теперь красиво оформить на подставке. Вот, поэтому я и носилась с подставочками. Так, следующее. Это, ну, капут, медуза капут. Я думаю, все ее знают. Вот, ее даже можно было не подписывать, но для меня надо подписывать. Не, ну шикарные. Тиланси, конечно, шикарные. Вид у них прекрасный. Вот, то есть на этом канале я есть много видео об уходе. Там даже есть видео, как выбрать Тилансию себе, да? Как ее правильно выбирать при покупке. И вот благодаря этому видео я могу сказать, что Тиланси прекрасны. Все прям одна к одной. Следующее. Вот такое вот название. Смотрите. Классное. Просто вообще фантастическое. Я стараюсь сильно не дотрагиваться, потому что вот это вот налет, этот вот, это и есть их усики, которыми они питаются. Поэтому стараюсь сильно не тревожить. Так. Иди ко мне. Так, это у нас. Ребят, вот читайте, потому что, ну, я боюсь, даже название не так назову. Вот смеяться надо мной будете. Вот такая прекрасная. Скажите, ну ничего тебя торкнуло? Угу. Честно, честно торкнуло. Так, и, ну и Ананта. Ананта, их целая куча всяких разных. Смотрите, какая она розовенькая, красавица. Так, и еще одна без названия, и похоже, это подарок, потому что, по-моему, по количеству, по-моему, это точно подарок. Ой. Или название отцепилось. Так, нет. Названия нет. А, это, похоже, правда, подарок. Спасибо вам огромное. А, еще в этом магазине делают подставочки. И там, то есть, я заказала вот такие вот подставки. Есть навесные, то есть мы сначала обсуждали, какого цвета, да, как это будет смотреться, примеряли, то есть вот таким вот образом она, да, крепится, и вот сюда, ну, допустим, да, допустим, вот такая вот красота идет, смотрите, вот таким вот образом это все должно выглядеть. Вот, вот такая подставка, да, есть. Она есть, то есть, в золотом цвете. Вот. Две в золотом, две в серебряном. То есть, я вот таким образом, да, заказывала. И смотрите, какие есть еще подставочки. Круглых не было. Оставались вот такие. Ну, до того это здорово смотрится. Прям вообще нереально. Смотрите. Ну, то есть, да, можно что-нибудь, пожалуйста, ту же самую какую-нибудь, да, поставить. Что-то типа вот так, да. Вот. Или вот так, пожалуйста. Вот она идет. Вот. Ну, или вот подарочек, пожалуйста, вот сюда. То есть вот таким вот образом они смотрятся, красавицы. Боже мой, ребят, это прям
Я вам скажу. Богатство. Это, знаете, какие они приятные на ощупь. Они очень приятные на ощупь. Просто такое вообще классное. Так. Хорошо, хорошо. С первым посылкой мы с вами разобрались. Сейчас я все это дело положу на поднос. Вот таким вот образом. Сейчас мы с вами все сложим. Вот. Сложим, составим. Поставим. Конечно же, я буду все это дело оформлять. Да? Вот. Оформлять, убирать. Ну, вот еще на срез, помните, да? Так, давайте сейчас мы вот так вот отставим. Аккуратненько, чтобы ничего мне не брякнулось. Давайте откроем следующую посылку. Так, значит, следующая посылка у нас, я так понимаю, с того же самого магазина. Это импорт Флора, по-моему, если я не ошибаюсь. Название я подпишу. Вот, я захожу прямо, просто нашла в интернете и зашла туда. Я нашла этот магазин благодаря Кате, Морковный сад. И там я уже делала себе заказ. Мне растения оттуда уже приходили. Вот, прекрасные растения, хорошо себя чувствуют. Там была и морковка, был бульбофилум, если вы помните. Там же была драгоценная орхидея. Вот, все с ними хорошо. И я решила зайти посмотреть, как у них там дела. И увидела там у них алакасии. Вот. Алаказия. Значит так. Одна алаказия — это реверза. Достанем. Вот так вот берем. Это реверса, ребят, вот она. Обалдеть! Просто супер! Просто супер! Обработка, полив. Пока пересаживать не буду, ребят. Ну, не сегодня это точно. Если будем пересаживать, то только вместе с вами. Так, вот такая алаказия. А вторая... Ну, привет, красавица. Так, сейчас, сейчас, ребят, сейчас, сейчас. Ай... В общем, так, это алаказия Мишельцана Вариегата Минт. Понятно, что листики помялись, они расправятся, все с ними будет хорошо. Я просто хотела, чтобы вы... Сейчас я буду смотреть в камеру, интересно, передаст, не передаст вообще всю красоту вот этого листа. Нет, не передаю. Тут намного светлее, ребят. Намного светлее. То есть это вот где-то вот, да, вот этот близко передает. А, так. Много новых листиков. Да, минт. Мишельцана Вариегатед Минт. Достойный кустик. Прям достойный. Смотрите, все хорошо. Они просто очень сильно хотят пить.
очень сильно хотят пить. Вот. Вот так вот. Смотрите, какая красота. Обычная Мишольс у меня есть. Но Минт у меня нету. Тут я зашла и увидела, что вот с теплицы продают. Пожалуйста. Пожалуйста, заходи. Она не супер дорогая, нет. Ну, не знаю, возможно, где-то она и дороговата. Но здесь она, я считаю, что это вообще пополам даром. Вот так, ребята, они у меня сейчас пойдут на обработку. Как раз обработка, скорее всего, будет, знаете, скорее всего, новыми препаратами. Вот, я там заказала. Тоже благодаря Кате. Катя, будешь мне смотреть, привет тебе. Морковный сад. У нее вышло видео, где у нее пришли вкусняшки для ее морковок. Ну, знаете-ка что, вкусняшек много не бывает. А тем более всяких там для обработок. Тем более, сейчас у нас осень. У меня обычно за осень улетает добрая половина препаратов. Я думаю, что же я сижу? А я такая сама себе говорю, а ты-то что сидишь? Что ты ждешь? У тебя обработки на носу. Ни одна, ни две, а целая куча. Вот. И я не удержалась. То есть я заказала себе. Тем более это все качественные препараты. Это шоколадки. Это шоколадки. Это че? Ребята, я люблю шоколадки. Я люблю. Темный. Мой любимый темный шоколад. Так. Быстренько это убрали. Сейчас пойду печень. Ах, красота. Спасибо. Спасибо огромное. Так, что это? Инсектокарицид. Годен до октября 2024 года. 5 мл. Расход 1 мл на 2 литра воды. Вот им, наверное, сейчас и будем делать обработки. Здесь у нас, естественно, подробная инструкция, ребят. Прям подробнейшая. Вот такой вот магазин, если что. Я заказывала там первый раз. Скажу честно, после видюшки... которые вот после видюшки Катины, извините, позвонил телефон, прервали. То есть я практически сразу же сделала заказ. То есть я написала, мне тут же ответили, тут же. Вот, и все, и заказ поехал. Вот смотрите, набор антистресс. Значит, Мабенто. Значит, это тот самый вот препарат. Вот он идет. Но я хочу им воспользоваться. Так. Ответили сразу же. У Кати на канале «Морковный сад» есть прям подробное видео. Потому что она этими препаратами пользовалась и пользуется. Вот, поэтому вот Динагро очень хорошие, мощные препараты довольно-таки, да. Вот. Ну, тут есть инструкция, но я еще обязательно и у нее посмотрю, конечно же. Вот видите, здесь сразу же пипеточка идет, все очень удобно. Так, как и что делать? Там третий препаратик идет. Таким вот образом. Я их также заказала. А дальше еще есть вот такое вот удобрение. 6, 30 и 30. Понимаете, да? Для чего оно? Я думаю, что все когда-то пользовались им. Раньше я его покупала. Очень-очень давно. Когда у меня было много-много-много орхидей. Вот, оно у меня улетело, помню, в 5 секунд. Вот, но покупала в другом магазине.
Вот, ребят, вот таким вот образом. Здесь подробные инструкции, способы применения. Так, питательная добавка. Ну вот смотрите, допустим, да, 003, вот эта вот добавка написана. Это питательная добавка для ускорения роста растений. Бац, чудненько. Потом вот это стимулирующий корневую систему препарат. Замечательно. Так, и третье, это вот 795, это универсальная полноценная формула, которая используется для стимулирования роста листвы и цветения. То есть соотношение НПК и так далее и тому подобное. Абсолютно все расписано вот здесь, вот, пожалуйста, все инструкции к ней прилагаются. Ну вот, ребят, вот такие у меня сегодня посылки. Прям посылки. Смотрите еще раз. Ну, красота. Я вам говорила, помните, да, что у меня будет еще две алакази в этом году. Вот. И на этом с алакази в этом году я как бы закончила. Да, если честно, я уже вообще более-менее так с посылочками закончила. Там буквально придет еще несколько, и все. Вот. И таким вот образом. Ать. Вот так вот. Вот так вот. Все это мы. Смотрите, какая интересная упаковочка, да? Вот в такой упаковке мне еще ни разу ничего такого не приходило. Шикарно. Шикарно. Представляете, вот три посылки, и они в один день. Заказывала в разное время. Естественно, все это я делала в разное время. А пришли они все в один день. Вот так, ребят. Сейчас я буду их обрабатывать, поливать, заниматься растюшками. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Пишите свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.